столица, собирающая полные залы и стадионы. Но она сказала, когда мы ее пригласили к нам в Фэрвью, она сказала, не приехать на этот замечательный праздник я не могу. Итак, встречайте Ваенга! Меня так тянет, ох, как меня тянет. Я все время пропадаю ночами, ночами, ночами. Все это было не раз, и, к сожалению, все повторится, все повторится. Я только время поменяю лица, зеленый цвет я не поменяю. А я узнала интересный момент. И Ван Гог, и Вадим, и Дали курили табак, употребляя сэр живой шторс. А ты тоже могли курили табак, употребляя сэр живой шторс. А ты тоже могли. Вот сейчас узнали в роли Ваеньки. Он, как и все
находящийся в этом здании, очень талантлив. Он даже пел Николасом Вайнге своим. Обратили внимание? Пускай Вайнга у него уроки вокала берет. Абсолютно верно. Один в один, абсолютно верно. А какой стройный по сравнению с Вайнгой? Это вообще отдельный разговор. А? Ну, он же Вайнга. Она большая? А у нас своя Вайнга. Так, а теперь, дорогие друзья, в заключение нашего концерта я хочу пригласить на сцену так давно сложившийся и полюбившийся вам дуэт. Абсолютно. Вот вы знаете, что мне у вас нравится, что я вас очень люблю. Мы всегда говорим на одном языке. Я не успеваю что-то сказать, вы уже понимаете, о чем речь. Это говорит, что у нас мы говорим на одной волне. И вот сегодня они спелись. Не спились, спелись. А? Сестра и брат, конечно. И вот сегодня они споют одну из ваших любимых песен. Микрофон. Пусть она микрофон. Я извиняюсь. Ничего, вы ничего не делаете. Все вы имитируете. Извиняюсь, технические неполадки. Бывает. Подожди,